We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, good afternoon, everyone, and welcome to this main Добрый день всем. Всех приветствую на этой пленарной сессии в рамках саммита IGF 2021. Речь пойдет о многоязычности, и сессия пройдет при соучастии наших многих партнеров. Я рада, что могу быть вместе с Сильвией Каденой, модератором этой сессии. Приветствую всех, кто с нами на месте в Катовице, и всех, кто с нами соединяется онлайн. Буквально минуту назад закончилась предыдущая площадка о сети действительного доступа. На этот раз я бы хотела начать вовремя, потому что выступающие у нас первоклассные. Дарин Богдан Мартин из Международного союза электросвязи и Тауфик Желаси из ЮНЕСКО. Это для нас огромная честь принимать вас в наших стенах. Дискуссия о многоязычности очень важна в контексте действительного доступа к интернету, действительной, настоящей всеобщей доступности. Я предоставляю слово госпоже Дарин Богдан Мартин, которая уже выступала в рамках различных сессий в ходе этого форума, поэтому она вам, наверное, уже хорошо известна. Я большая энтузиастка того, что делает госпожа Богдан Марин, потому что она уже долгие годы пропагандирует цифровую трансформацию. Она лидер отдела развития Международного союза электросвязи, и мы очень гордимся вашей работой, Дарин. Итак, начинаем сессию и переходим к вводным выступлениям. Я немножко покраснела. Очень благодарна за эти вводные примечания. Это фантастическое событие для меня участвовать в форуме IGF. Если говорить о цифровом включении, то многоязычность является одним из ключевых аспектов. Меня сегодня попросили, чтобы я рассказала о том, что для меня значит настоящая или полноценная связь, действительная. И я думаю о новых данных, опубликованных нашим союзом ITU. Они тоже говорят о состоянии связи во всем мире. Они нам показывают большую интенсивность потоков в интернете, многие пользователи интернета. Что связано ведь с пандемией COVID-19? Появилось 800 миллионов новых пользователей, которые были подключены в период 2019-2021. Это был самый динамичный рост, который мы наблюдали за последние десятилетия, что значит, что у нас около 4,9 миллиардов человек подключенных или находящихся онлайн в мире. И когда я уже выступала при открытии саммита, то я говорила и о том, что он, хотя и впечатляет, то скрывает более сложную картину, обстановку. И все еще огромный процент мирового населения остается офлайн. Что таким образом мы имеем в виду, когда мы говорим о подлинной, настоящей связи? Здесь я бы хотела поблагодарить Соню, активного члена нашей рабочей группы, а также моего коллегу Тафика Желаси из ЮНЕСКО. В рамках нашей комиссии по развитию мы пытаемся дать определение тому, чем является настоящий доступ, широкополосный, доступный, соответствующий скорости доступного
в ценовом плане, то есть такого, которым люди могут пользоваться совершенно свободно. Мы говорим о том, что 95% мировой популяции находится в охвате, в зоне охвата мобильных сетей, но это значит, что в теории остается около 2,9 миллиардов человек офлайн. И здесь мы уже слышали о разных барьерах, которые препятствуют введению всеобщей связи. Безусловно, вопрос ценовой доступности является существенным барьером. Иногда не хватает еще и подходящих компетенций, цифровых навыков, но также и отсутствуют полноценные ресурсы на соответствующих языках. Мы говорим о том, что в мире люди говорят на 7000 языков, причем существенное присутствие онлайн отмечаем только в случае 10 языков. Это значит, что миллионы человек отсечены от полноценных ресурсов интернета. Язык — это нечто большее, чем просто синтаксис и фонетика. Языки, на которых мы говорим, создают нашу идентификацию. Язык определяет то, как мы воспринимаем мир. Язык диктует нам способ взаимодействия с другими лицами. Следовательно, мы не добьемся нашей цели объединенного интернета, если мир онлайн не будет отражать полного разнообразия нашего человеческого опыта во всем его богатстве. Это обозначает, что мы не можем говорить о настоящей глобальной связи, если онлайн-пространство не станет многоязычным. Произошел некоторый прогресс благодаря международным названием доменов. И это был некоторый большой шаг, переворот. Есть уже инструменты перевода, есть системы, которые преобразовывают устную речь в текст, есть механизмы искусственного интеллекта, которые позволяют нам осуществлять доступ к разным языковым версиям, но действительность такова, что немногие инструменты онлайн доступны во многих или на многих языковых версиях. И, конечно, эти очень богатые ресурсы данных недоступны на языке меньшинства, и лица, которые говорят на этих языках, не имеют такой возможности, чтобы очень быстро стать пользоваться онлайн-ресурсами на других языках. Итак, нам необходимо начать работать в пользу того, чтобы интернет стал более многоязычным пространством. Недавно мне было сообщено о работах активистов из Африки, и там речь пошла о сотрудничестве с такими организациями, как Wikimedia, с целью улучшить состояние присутствия таких языков, как Зулу, Игбани, Игбо и другие в Европе и других. В Европе же есть союзы в пользу повышения доступности коренных языков. Причем все это нуждается в наличии соответствующих ресурсов, к адаптации клавиатур, систем автоматического перевода. Мы продвигаем различные системы для продвижения большего разнообразия и увеличения доступа к интернету. Я буду уже заканчивать мою вводную речь и хотела бы еще сказать слово к агенде, принятой в Тунисе во время Всемирного саммита информационного общества. И там в сотрудничестве с Соней и Маркусом мы участвовали в этом саммите. Думаю, что это такой документ, к которому нам придется еще возвращаться, помня о том, что много еще осталось проделать. Моя организация, то есть ITU, тоже приняла постановление номер 133, и это постановление подтверждает наше обязательство
продвигать языковое разнообразие и равенство доступа. Благодарю за предоставление мне слова. Еще я бы хотела сказать, что во время очередного саммита информационного общества будет специальная дорожка по технологиям ICT, касающаяся доступа коренных народов и культур к интернету. Мы проведем хакатон, будут призы, и нам действительно хочется, чтобы у каждого был доступ к интернету, чтобы каждый мог пользоваться замечательными ресурсами интернета, независимо от того, на каком языке он говорит, где он живет, потому что это фундаментальный элемент нашего видения объединенного интернета и объединенной планеты, которая никого не оставляет самому себе. Спасибо. Надеюсь, что интернет-пространство станет более богатым, пропагандирующим равенство и таким, в котором голос всех слышится. Спасибо. Хочу сказать, что мне очень нравится эта точка зрения на разный опыт. Об этом вы уже, Сильвия, говорила в ходе предыдущей сессии. Очень многое, как видно, осталось еще впереди, чтобы было сделано. А я вижу, что представители разных организаций, агентств ООН работают над тем, чтобы изучать различные измерения всеобщего доступа к интернету. Одним из этих измерений является многоязычность. Дарин, спасибо за ваши вводные примечания. А теперь я имею честь, что не только я могла вам представить Дарин, фанатом, которой я являюсь, но представить и доктора Тауфика Желаси, который является директором по телекоммуникациям и информации от ЮНЕСКО. И он уже тоже высказывался в ходе многих сессий этого форума. И хотя вы на вашем посту уже еще недолгое время, то у меня впечатление, что мы сотрудничаем уже долгие годы. Спасибо. Благодарю за возможность участвовать в этой площадке. И благодарю за эти вводные слова. Дарин – это наш партнер, как представитель ITU. Она партнер ЮНЕСКО в области работ по доступу к широкополосному интернету. Я бы хотел еще сказать несколько важных, по-моему, примечаний. Мы считаем, что языки – это основной элемент прав человека, а не сокровищница традиций, знаний, ценностей. И появляется ключевой вопрос, что нам можно сделать, что мы можем сделать в сфере многоязычности и языкового разнообразия в киберпространстве. Вы можете задумываться о том, что такое делает ЮНЕСКО по этому вопросу, чтобы убедиться в том, что интернет действительно многоязычное пространство. Если мы не будем стараться пропагандировать интернет как многоязычное пространство, то очень многие люди, к сожалению, останутся где-то на обочине, а этого нам не хотелось бы. Дарин уже говорила о Всемирном саммите информационного общества. В это время я был одним из докладчиков. Еще тогда я не был сотрудником структур ООН. И это для меня был очень важный саммит, во время которого мы стали обсуждать вопрос многоязычности в киберпространстве. Так, может, о том, чем занимается ЮНЕСКО. ЮНЕСКО выдвигает свои рекомендации по пропагандированию многоязычности и всеобщему доступу к киберпространству. И тут одна из наших рекомендаций касается этических вопросов, связанных с применением механизмов искусственного интеллекта. Я бы хотел подчеркнуть, что ЮНЕСКО пропагандирует многоязычность киберпространства, в то же время обращая внимание на вопросы искусственного интеллекта. Следующее действие включало проведение
или вернее установление Международного бюро по коренным языкам. Это было в 2019 году. И для нас это неимоверно важно, чтобы повышать уровень глобального сознания об этих языках. Ибо мы знаем, что в мире люди говорят на 7000 языков, но сколько из них представлены в киберпространстве? Последние статистики говорят о том, что это может быть 130 из них. Значит, недостаточно, чтобы у каждого из нас был планшет или компьютер, или смартфон, потому что если мы не в состоянии понять доступный онлайн-контент, потому что он недоступен на нашем родном языке, то в то же время этот доступ к интернет-ресурсам у нас сильно ограничен. И поэтому, если мы хотим справиться с цифровым исключением, нам приходится бороться также и за повышенное присутствие всех языков в сети. И поэтому многоязычность киберпространства становится для нас очень серьезным вопросом. И еще одна инициатива, а именно мировой атлас языков. Это цифровая площадка, которая является огромным ресурсом с точки зрения языкового богатства мира. И на этой площадке вы сможете разобраться в том, на скольких языках, на каких тысячах языков говорят люди, и почему так важно, чтобы защищать те из них, которые находятся в разных местах в мире под угрозой. ЮНЕСКО также поддерживает программу по языкам Африки. Это программа, целью которой является развитие базы данных о языках Африки. Дарин уже говорила о том, что у нас в распоряжении разные технологии, например, технологии распознавания мовы или преобразования речи или преобразования устной речи в текст, и мы захотим распространять этого типа технологий, но тут нам необходимо сплотить наши ряды, действовать холистически и приглашать к сотрудничеству еще внешних партнеров, потому что вопрос многоязычности в киберпространстве – это тот вопрос, которым занимаются еще и другие организации. Мы, конечно, пропагандируем многосторонний подход, но хотелось бы, чтобы это был холистический подход, чтобы конкретные партнеры взаимодополняли друг друга в рамках данного процесса. Мы, безусловно, должны поддерживать местные сообщества в сфере пользования ресурсами интернета именно на таких языках, которые для них понятны, так чтобы доступ к контенту был действительным, значимым, и чтобы можно было также на основании доступа к ресурсам понятных на понятных языках создавать добавленную стоимость. Завершая, я добавлю, что ЮНЕСКО вполне берет на себя обязательства по сотрудничеству в пользу повышения многоязычия в киберпространстве. И еще раз я подчеркиваю, что это должен быть холистический подход, чтобы никто не оставался позади, а уж точно не потому, что он говорит на другом языке. Спасибо. И вам благодарна. Думаю, что наши докладчики заслужили аплодисментов. Это были очень важные замечания, которые только что прозвучали. Эта идея декады коренных языков, о которой мы только что услышали, для меня является весьма интересной, потому что она действительно нам показывает, что существуют языки, которые надо защищать. Если мы хотели бы мечтать о действительно инклюзивном обществе, мы должны всем дать право и возможность пользоваться своим отечественным языком. Это абсолютно необходимо. Спасибо огромное за эти замечания. Я знаю, что у Тофика мало времени, он торопится, чтобы не опоздать на самолет. Так что спасибо большое. Мы будем продолжать нашу дискуссию после высказывания Тофика и Дорин.
пришло время, чтобы мы познакомились с опытом двух специалистов, занимающихся именно этими вопросами в своих местных сообществах. У нас будет выступать Алана Мачинери из Бразилии и Шалан Шарма из Индии. Это две активистки, которые действительно пользуются своими коренными отечественными языками, родными языками, чтобы устанавливать связи между людьми в цифровом мире и повышать возможности общения в своих группах. Я рада, что вы с нами. Давайте начнем с Алана. Я думаю, она будет говорить либо по-испански, либо по-португальски. Так что, если вам нужен перевод, подхватите наушники или просто нажмите кнопку перевода в Zoom, и затем мы резюмируем этот перевод. Так что, Алана, вам слово. Вы уже многие годы работаете в Бразилии, вы по образованию биолог, работаете в Федеральном университете Бразилии, и вы принимаете участие в работе с молодыми женщинами из среды коренных жителей. Как вы пользуетесь местными коренными языками, чтобы работать с местными сообществами? Очень интересно будет услышать ваш голос. Здравствуйте, хочу приветствовать всех сердечно. Меня зовут Алана Манчинери. И в данный момент я живу в Манаус. Это город в центре Амазонии. И в этом регионе живет самая большая коренная община коренных жителей Бразилии. Мы говорим именно об Амазонии. Я сама также коренной житель. Нашу группу назовут Мачнели. Мой дедушка был одним из лидеров, создавших организацию, в которой я сейчас работаю. Наша организация борется за права коренных жителей. И это все происходит в очень уже оцифрованном мире. Наша организация поддерживает местных женщин и вообще все коренные народы, живущие именно в Бразилии, в Амазонии. Мы знаем, как часто фейковые новости влияют на ситуацию людей, прежде всего среди коренных жителей наших стран, коренных народов. И мы работаем в 9 штатах в Амазонской пуще: Апре, Мараньяо, Мато-Гроссо, Пара, Трондония, Плюрамила, Токатинш и другие. У нас более 160 коренных языков. На данный момент самый большой вызов – это то, чтобы выжить во время пандемии и чтобы защищать коренных жителей от последствий горной добывающей промышленности в нашем регионе. Мы боремся против недоступности интернета и государственных услуг. Стараемся главным образом поддерживать молодежь. В нашем регионе живут более 180 коренных народов. Я имею в виду Амазонию. В рамках нашей организации мы создали сеть молодых волонтеров, так называемых коммуникаторов. Это организация, которая организует очень много мероприятий. Например, в августе месяце этого года женщины и девушки в рамках этой сети организовали протесты в Бразилии. Протесты против неравенства, о котором я раньше сказала.
в настоящее время мы не можем позволить, чтобы какие-либо решения, затрагивающие нашу ситуацию, принимались без нашего участия. Спасибо огромное. И сейчас время подошло, чтобы показать краткий ролик. Огромное спасибо. Спасибо большое, Алана, за показ этого ролика, который прекрасно показывает, чем занимается ваша организация и как вы работаете в местном сообществе. Еще раз огромное спасибо. У нас будет, несомненно, несколько вопросов, но вот с самого начала хочу еще передать слово очередной выступающей, Шарад Шарма, которая представляет мировую сеть комиксов. То есть вы рисуете, вы основали эту организацию, в своей работе всегда подчеркиваете значение местных языков. Мы уже с нетерпением ждем, чтобы услышать ваш опыт. Как вы стараетесь вовлекать местное сообщество с использованием местных языков? Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад, что мы можем выслушать голоса представителей разных стран. Я занимаюсь чертением и рисунком. Я именно этим занимался во время пандемии. Раньше я работал в печатных СМИ, потом публиковал мои работы на телевидении. Я считал, что это очень важный вид работы. Но хотел, конечно, в моей работе подчеркивать вопрос меньшинств. Я считаю, что меньшинства заслуживают общественного внимания. Именно я стал фокусировать внимание именно на меньшинствах, чтобы дать голос недостаточно представленных групп. Например, в контакте с органами власти. Я хотел, чтобы власти услышали и голос, и чтобы ситуация меньшинств улучшилась. Что я мог сделать как человек, занимающийся рисунком, как художник? Я просто хотел представлять окружающую действительность. В нашей стране у нас очень большое разнообразие местных сообществ, и каждый из них говорит на разном, на своем языке. И очень часто случается так, что эти лица, которые не говорят языком большинства, у них ограниченный доступ к определенным услугам. Они не могут пользоваться
необходимой поддержкой. Так что очень важно, чтобы передавать им слово, показывать их ситуацию в прессе, в печатных СМИ и также в других средствах массовой информации. Я также понял, что люди являются потребителями информации, но они сами не создают контент. В большинстве своем, конечно. И это значит, что главный диалог, в частности, в цифровом пространстве, просто ведется большинством, а меньшинство недостаточно представлены. Поэтому надо позаботиться о многоязычии интернет-пространства. Я имею в виду не то, чтобы просто что-то перевести, какую-то страницу с английского на местный язык, но самое главное – это то, чтобы передать слово меньшинствам, чтобы их голос был услышан. И, как я говорю, то есть дело не в том, чтобы осуществлять перевод конкретных материалов, а именно чтобы отдать слово меньшинствам, чтобы меньшинства могли высказываться на своем языке, на своем родном языке. Что касается моих рисунков, моей работы художника, мне было много чего сказать. Я хотела рассказывать истории, биографии разных людей. Я хотела очень много чего передать и просто думала, как лучше всего это сделать, какую форму общения применять. Я стала спрашивать у людей, стала документировать, записывать, фиксировать их истории. В нашей стране и существует много делений. Вот если поехал 40 или 50 километров из одного места в другое, просто люди уже говорят на другом языке. У нас огромнейшее языковое разнообразие. И в моей работе мне пришлось понимать, что каждая история, которую я хотела рассказать, имела очень такой четкий местный, локальный контекст. Мне пришлось учитывать этот контекст и потом его передавать также в местном измерении. Я хотел, чтобы мои рисунки попадали также и в местные сообщества. И хотел также пользоваться для этой цели местными СМИ. И благодаря интернету это стало просто проще, поскольку давайте будем помнить, что в Индии 80% жителей, они пользуются интернетом, в частности, путем мобильных приборов. То есть у людей не всегда бывает доступ к скоростному интернету. Бывают также проблемы с электроэнергией. То есть ток иногда отключается, и это ограничивает связь. То есть связь, возможно, она не совсем, не полностью стабильна. Нет уверенности, что данные можно загрузить из интернета или опубликовать в интернете в данный момент. Так что обеспечение стабильного доступа в интернет – это основное человеческое право, право человека, которым жители моей страны не всегда могут пользоваться. Мы заметили это, в частности, во время пандемии коронавируса. Были лица, у которых был доступ в широкополосный интернет, то есть у них был доступ к информации, например, на тему вакцинации, но не у всех была такая возможность. Даже в Дели не было возможности записаться, чтобы получить вакцину. То есть мы знаем, как выглядит ситуация. То есть по всей нашей стране у нас большое разнообразие. И дело не только в том, чтобы обеспечивать переводы некоторых материалов, но дело в том, чтобы создавать локализированные
ресурсы и контент, отвечающий потребностям конкретных сообществ. Спасибо большое за этот голос. Это очень интересно. Я не знаю, правильно ли я помню. Вы не подготовили никакие слайды. Хорошо, я только хотела убедиться, что ни о чем я не забыла. Хорошо, спасибо, благодарю Лану. Я хотела только проверить, остается ли она с нами. У меня несколько вопросов к обоим выступившим. Надеюсь, что удастся еще задать вопросы, которые появились на платформе Zoom. Вы тут упоминали о передаче истории, о рассказах, и как это важно с точки зрения многоязычности. Эта многоязычность помогает рассказывать индивидуальные истории. Мы тут видим, что вы используете цифровые инструменты, чтобы добираться к местному населению, к семейным историям. Алана, начну с вас. Расскажите, каковы техники, стратегии, которые используют молодые люди и женщины в ваших сообществах, чтобы использовать цифровые технологии, чтобы делиться знаниями, чтобы оказывать поддержку друг другу. Особенно мне интересно то, о чем ты мне уже однажды упоминала. Я хотела бы, чтобы вы это рассказали на форуме. А именно, не только написанные, но устную речь. Расскажите немножко об этом, а потом мы предоставим слово Шараду. Конечно, да. Благодарю за вопрос. В чем заключается наша стратегия? Итак, в нашей организации мы стараемся разрабатывать материалы, но не только с использованием письменной речи, но также и устную. Давайте будем помнить о том, что в бразильской Амазонии языковое разнообразие весьма заметное, более 180 языков. Это коренные народы, культура которых базируется на устной речи. Поэтому одной из наших стратегий является поддержка коренных языков. Кроме того, мы стараемся также поддерживать общение этого коренного населения с так называемым внешним миром. То есть у нас есть два направления деятельности. Первый направлен на коренное население, и вторая часть стратегии, которая базируется на общении этих народов с внешним миром. Мы хотим также проводить политическую деятельность, потому что для нас общение является инструментом политической деятельности. Дело не просто в общении в таком обобщенном смысле. Поэтому мы стараемся готовить все больше женщин и молодых людей, конечно, в этом процессе общения, к тому, чтобы они могли действовать на политическом поприще. Мы хотим, чтобы они, чтобы все больше молодых людей, все больше женщин из всех коренных народов, заселяющих Амазонскую пущу, были все лучше подготовленными к выполнению этой роли. В Бразилии, я хотела напомнить, мы не говорим на испанском языке, мы также не говорим на английском языке. В Бразилии говорят на португальском. Поэтому мы вводим образовательные решения для тех, кто хотели бы общаться на официальных языках ООН. В моем регионе 31 коренной язык. Это огромное разнообразие. Если сравнить, например,
французский и португальский языки, то мы видим, что они сильно отличаются друг от друга. Но если сравнить наших 31 язык, то эти огромные различия тоже замечаются. Людям извне может казаться, что эти все языки на себя похожи друг на друга, но это не так. Так выглядит наша перспектива. И мы хотим привлечь все больше молодых людей, подростков в наши действия. Спасибо. Это очень сложная система. Необходимо очень стараться, чтобы общение действительно проходило плавно. И мы тоже должны заботиться о таком общении как в онлайн, так и офлайновом канале. В таких обществах всегда встречаем проблемы, особенно в таком регионе, который вы представляете. Мы видим, что вы делаете действительно много, чтобы улучшить общение, но также, чтобы и упростить жизнь людей, предоставляя им возможность использовать свои коренные языки для общения с другими. Благодарим вас за этот вклад. Мы с вниманием прислушивались к этим комментариям. Шарат, вы также, или ваша организация, использовала другой механизм, который опирается на рассказы истории посредством изображения. Вы хотели использовать эти механизмы, чтобы позволить людям создавать новый контент. И об этом я хотела бы вас спросить, прежде чем предоставить слово нашим слушателям. Я хотела бы, чтобы вы сказали слово к тому, по поводу того, считаете ли вы, что возможности создавать новый контент повысили интерес членов сообщества, когда они видели, как другие члены сообщества в состоянии лучше общаться о своем опыте. Стали ли они сами глубже вовлекаться в эти действия? Спасибо. Это кампания, которую мы начали довольно давно. Мы хотели охватить этой кампанией всю популяцию, особенно тех, кто вынуждены пользоваться интернетом посредством мобильных устройств, потому что у них нет доступа к другим технологиям, а пользование интернетом было очень важным, например, во время пандемии, когда были объявлены локдауны. Очень часто проблема состояла в том, что контент был доступен лишь на английском языке, что делало возможность пользоваться интернетом очень ограниченной. Вот, например, у школьников были очень часто проблемы с доступом к необходимой информации. Не всегда они могли пользоваться этим ресурсом, познанием, которым является интернет. В частности, если люди встречаются с такими проблемами, то они теряют доверие к интернету. Если они не могут им пользоваться из-за различных ограничений, связанных с их навыками, но также и касающимися устройств, которыми они пользуются. Итак, необходимо предоставить пользователям возможность делиться своими историями, представлять свой опыт. Также на тему мобильной связи. У многих людей нет возможности общаться посредством интернета, и об этом необходимо говорить. В нашей стране заметны сильные различия между отдельными регионами в этом плане. Я бы хотел тут еще привести историю одной молодой девушки, которая создала контент о своем личном опыте. Она рассказывала свой школьный опыт и также рассказывала о своей деятельности на волонтерских началах, о том, как она помогала своему местному сообществу. Это очень интересно, и даже те, у кого лишь ограниченный доступ к интернету, стараются так использовать
интернет, чтобы действовать в пользу своего местного сообщества. Это очень положительная сторона нашей компании. Есть люди, которые создают контент на своих местных языках, в том числе и для того, чтобы помогать группам, которые в особенно сложном положении, беженцам. Они рассказывают свои истории на местных языках, чтобы эти языки слышались в цифровом пространстве, чтобы вернуть слово тем сообществам, которые, возможно, не в состоянии надлежащим образом использовать потенциал цифровых технологий. И это, мне кажется, очень важным. Благодарю вас за этот комментарий. Это мне напоминает о том, что технология является достаточно хорошей, если она используется на службе человека. И это я имею в виду, когда мы говорим о полноценном доступе, настоящем доступе. Это должен быть такой доступ, который повышает качество условий нашей жизни. И теперь я прошу извинения, но у меня появилось впечатление, что вы подготовили какие-то слайды, но мы сейчас не можем их отобразить. Но я вам хочу только дать знать, что мы это осознаем, но необходимо привлечь наших техников, чтобы показать ваши слайды. Мы об этом не забыли. Надеюсь, что удастся показать эти фотографии позже. Благодарю, благодарю Алана, благодарю Шарат. А теперь я предоставляю слово моему самодератору Сильви Кадене, которая представляет организацию АПНЕК. И вместе со всей командой мы сотрудничаем с Сильвией в рамках сети в пользу политики обеспечения настоящего доступа к интернету. Сильвия, я вам предоставляю слово. Благодарю. Как кажется, ты меня повысила на должность директора, за что я тебе благодарна. У нас в Австралии уже очень поздно, час ночи. Тогда я извиняюсь, если мой голос звучит странновато. Я буду иметь удовольствие модерировать следующую часть нашей дискуссии. Речь пойдет о всеобщем одобрении как основании для многоязычного интернета. И по этой части у нас тоже есть замечательные выступающие, которые поделятся своими перспективами о многоязычном интернете. И в то же время я благодарна Алане и Шараду за то, что они поделились с нами своим опытом о том, что можно сделать, чтобы интернет стал более многоязычным, чтобы повысить взаимосвязь, чтобы разные сообщества были представлены в этой цифровой медии. И вот всеобщее одобрение. Нам кажется, что это один из больших вызовов. И поэтому следующая часть нашей дискуссии посвящена всеобщему одобрению. А теперь я предоставляю слово Раму Магану, директору по операционным вопросам организации Афилиас. Это корпорация, которая присваивает название доменам. Важная организация. У него 20 лет опыта по технологиям, по лидерству и предпринимательству. Это в то же время эксперт по кибербезопасности. Он один из основателей консультационной комиссии по интернету. А прежде всего, это замечательный сердечный человек. И я тебя сердечно приглашаю взять слово. Благодарю тебя, Сильвия. Надеюсь, что вы меня слышите достаточно хорошо. А это для меня огромное удовольствие и огромная честь, что встречаться с вами в рамках этой сессии. Когда мы говорим об объединенной планете и о
настоящем, я о настоящем доступе к интернету, то я имею в виду тех из нас, кто уже подключены к интернету, но и тех, кто еще остается в мире офлайн. Многие сообщества всего мира общаются друг с другом на своем собственном языке, и иногда я задумываюсь, почему нам приходится все еще использовать одни и те же скрипты, чтобы пользоваться интернетом, чтобы быть в состоянии изучать ресурсы интернета. Ведь это не из-за нехватки технологий или желания, и так не происходит из-за отсутствия усилий. По-моему, у мира есть такие способности, чтобы предоставить ресурсы интернета на местных языках. У нас есть соответствующие технологические инструменты. Ведь мы все общаемся друг с другом на своих собственных языках. Конечно, есть языки, такие как английский, то есть современная лингва франка или такие, которые позволяют общаться в международном сообществе, но все же нашей мечтой остается общаться на своем языке в интернете. Если мы все согласны насчет этого, то концепция всеобщего одобрения, концепция, которую я создал в 2001 году, все еще остается очень актуальной. Тогда, в 2001 году, я осознал то, что мой адрес электронной почты, который заканчивался точкой info, это адрес, который содержит в себе этот элемент info, обозначающий информацию на 37 разных языках мира, но не в интернете. В интернете инфо обозначало, что нельзя зарегистрировать мой адрес электронной почты на многих сайтах, потому что название этого домена не распознавалось. И потом, через несколько лет, мы стали идентифицировать, обнаруживать следующие проблемы с местными языками и отсутствием доступности к ресурсам интернета на местном языке. Например, все записано слева направо, но мы знаем, что не все записывают свой контент таким образом. И столько у нас различных программ, систем, приложений в интернете, что я не смог понять, почему мы не можем так просто заменить, ведь языки мира разные, люди мира говорят на разных языках, и интернет-пространству необходимо адаптироваться к этим нуждам так, чтобы быть уверенным в том, что все люди в мире могут быть представлены в интернете. Это для меня и есть всеобщее одобрение. Это означает, что мы принимаем все языки, различные скрипты, способы кодировки, системы присвоения названий доменов, так, чтобы новая технология не мешала нам общаться с другими. Чтобы то, что мы называем интернетом, не стало препятствием на пути к глобальной связи. И поэтому я создал такую глобальную неприбыльную группу под названием «Универсальное одобрение», «Всеобщее одобрение», «Universal Acceptance». Идея была то, чтобы за одним столом усели представители различных групп гражданского общества, академической среды, предпринимательства, регуляторов, чтобы решить эту проблему, потому что она не является технологической, она не вытекает из отсутствия заинтересованности, не вытекает из отсутствия усилий, в пользу, чтобы решить ситуацию. Она состоит в основном в том, что нам необходимо адаптировать мир интернета, цифровых приложений к дифференцированной обстановке в мире. Следовательно, люди всего мира имеют право на доступ к цифровому контенту
на своих языках. А ведь интернет – это такой глобальный ресурс, на который мы полагаемся ежедневно в нашей повседневной работе. Это то, все, что я хотел сказать о моей концепции всеобщего одобрения. У нас немного уже не хватает времени, поэтому я позволил себе вас перебить. Спасибо вам. Но сначала я передам слово Даниэлю и Марье, а потом увидим, будет ли у нас время, чтобы задать вопросы, которые написали нам слушатели. Представители корпорации ICANN, добро пожаловать в ICANN. Даниэль Филп работает с 2014 года. Сейчас он живет в Сан-Паулу, в Бразилии. И он также является кандидатом наук, естественных наук, шефом департамента по новым технологиям. И так что добро пожаловать на нашу дискуссию. Здравствуйте. Для меня это большая честь, что я могу быть сегодня с вами вместе с Марией и Рамом. Я могу высказаться во время этой части по всеобщему одобрению как основе повсеместного всеобщего интернета. Хочу поблагодарить Роберта Замбрани, который также уговорил меня, чтобы принять участие в этом саммите. Огромное спасибо. Вы уже закончили, Даниил? Потому что мы вас не слышим. Да, ну, в принципе, да, я закончила. Я жду вопросов. Вот я думала, что вы захотите выступить сначала, или же вы предпочитаете, чтобы мы прямо сразу перешли к диалогу. Конечно, мы можем это тоже сделать. Ну, в принципе, я просто жду вопросов. Хорошо. В данном случае попрошу вас рассказать об инициативах ICANN по поддержке многоязычного интернета и каковы возможности сотрудничества с ICANN в этой области. 2015 года благодаря Раму и других представителей, благодаря другим представителям, нам удалось в ICANN создать рабочую группу, которая занимается продвижением всеобщего доступа в интернет. И вообще, как бы продвижением такой концепции всеобщего одобрения, universal acceptance. Мои шеф в ICANN, руководство ICANN охотно участвует в таком сотрудничестве, потому что мы хотим вводить новые названия доменов, развивать новые скрипты в интернете, чтобы они были доступны на китайском, корейском, японском языках. Это большая трудность и серьезная задача. Но ICANN уже внедрил план стратегического развития. Это охватывает нашу деятельность до 2025 года. И это один из наших приоритетов. То есть мы сотрудничаем с техническим сообществом, с экспертами для того, чтобы приготовить и разработать новую систему, которая будет отвечать на потребности многоязычного интернета. И вот я хочу здесь сказать, что мы должны просто постараться себе представить, что интернет, например, был создан в Индии. Вот как это бы все выглядело, если бы все поисковики, все браузеры и так далее были доступны не по-английски, а на каком-то другом языке. Ну вот просто постарайтесь себе это представить. Или же, допустим, названия домена были бы только доступны на китайском языке. Я думаю, что это была бы большая проблема для
всех тех, кто главным образом пользуется английским языком. То есть, может, стоит тебе представить такой вот альтернативный сценарий событий. Вот еще один вопрос. Большая просьба ответить очень коротко. Что является самым большим вызовом, трудностью, тяжелейшей задачей у ICANN на пути к запуску многоязычного интернета? ICANN – это интернет-корпорация по присвоению данных, номеров, доменов и так далее. Мы – люди, которые любят адреса IP, мы люди из мира DNS, но я думаю, что пришло время, чтобы именно принять участие в более широком сотрудничестве с Java-девелоперами, разработчиками других систем, чтобы мы могли приспособить интернет к потребностям многоязычного интернет-сообщества. Это означает передовой опыт его внедрения и постоянную работу нашего управляющего комитета. Я думаю, что большая задача – это то, что мы должны действительно вести такие многосторонние переговоры с учетом компаний разных размеров, компаний изо всего мира. Мы также работаем с экспертами из Польши, но из Бразилии. Я сейчас машу рукой, это мои коллеги и замечательные эксперты, с которыми я работаю. Более-менее с 2017 года, например, Савио работает в нашем, принимает участие в исследовательской работе в Бразилии. И вот тут хорошая новость, а именно у нас уже сложилось такое экспертное сообщество технарей, у которых имеются соответствующие компетенции, и я думаю, что мы сможем в ближайшее время разрабатывать решение. Хочу еще назвать несколько фамилий человек, с которыми мы сотрудничаем, но, может быть, я просто дам вам ссылку в чате, чтобы вы получили доступ к нашей информации. И спасибо огромное. И последний выступающий в этой части Мария Колесникова, главный аналитик координационного центра в пользу TLD, то есть это домены высшего уровня, это .ru. Да. Мария раньше была главой департамента маркетинга, и она стала работать в компании в 2007 году. У нее большой опыт по электросвязи, телекоммуникациям и техникам продаж. Мария, я очень рада, что вы с нами. У нас будет несколько вопросов, так что, пожалуйста, несколько слов в начале, потом мы вернемся к раму, и, возможно, у нас будет и сессия вопросов и ответов. Спасибо огромное. Меня зовут Мария Колесникова. Я представляю Центр по координации в домена высшего уровня .ru в Российской Федерации. И, конечно, уже долгое время мы работаем над вопросом международных адресов доменов и исследуем новые потребности в этой области, в этой сфере. Я охотно отвечу на вопросы. Расскажите чуть-чуть побольше, пожалуйста, о том, что делает российское правительство для продвижения вот русского языка в киберпространстве, в интернете. Вот. Что делается? Да, я думаю, что лет 10 тому назад мы получили большую поддержку со стороны российского правительства и Дмитрия Медведева. И тогда состоялась встреча в Верхах
с ICANN. И действительно, на самом деле мы получили очень большую поддержку со стороны государства. Но вот во время пандемии COVID-19 мы также получали важнейшую информацию по распространению коронавируса, и они распространялись немедленно на русском языке. Все официальные госорганы, официальные учреждения, ведомства, они публикуют все на русском языке. Это официальный государственный язык Российской Федерации. И в данном случае вот это название, то есть домен высшего уровня, это .ru. Я хочу еще сказать, что касается доступа в интернет, он в нашей стране является достаточно удовлетворительным. Он охватывает около 70% наших жителей, около 124 миллионов жителей нашей страны. И в среднем пользователи интернета проводят 7 часов в день в интернете. Даже дети начинают пользоваться интернетом еще до того, как им исполнится 2 годика. Я думаю, что это замечательная база данных, но тем не менее мы внедряем по всей стране общероссийские программы по доступности интернета, и мы сотрудничаем со школами, негосударственными организациями, центрами здравоохранения, так чтобы делать интернет все более доступным, в частности для тех, у кого пока что нет доступа в интернет. В некоторых случаях у нас предоставляется бесплатный доступ к интернет-ресурсам. Это означает, что доступ к избранным интернет-ресурсам, для этого нельзя за это платить. Это главным образом госуслуги, но и очень популярные онлайн-платформы, которые иногда предоставляются бесплатно, в бесплатном доступе. Спасибо огромное, Мария. И это просто привело меня к вопросу, который я раньше уже хотела задать Раму и вам. А именно, следующий вопрос. Вот что могут сделать регуляторы, органы надзора, чтобы поощрять доступность контента на государственных языках, на коренных языках? Какого рода сотрудничество можно здесь установить? И вот попрошу сначала Рама прокомментировать этот вопрос. Да, спасибо большое. Я думаю, что органы регулирования имеют большую роль. Они могут делать очень много. Я очень рад, что регуляторы действительно участвуют в нашем саммите IGF, что они прислушиваются к нашим прениям и нашим дискуссиям. А вот если бы в договорах о поставке определенных услуг, если бы туда включить положение о, например, привилегированном доступе, в случае пользования такими услугами, или чтобы поощрять пользование интернетом вот в контексте многоязычия. Я думаю, что если бы такие положения были включены в договоры, тогда вся как бы приемлемость многоязычия в интернете стала бы более популярной. Вот, может быть, Мария или Даниил хотели бы прокомментировать эту идею, это утверждение. Ну что ж, я считаю, что хорошо было бы предложить представителям правительства, чтобы они
пользовались названиями домен высшего уровня, домен интернет-доменов высшего уровня, но чтобы интернет-адреса были также более доступными с многоязычной точки зрения. Это просто очень интересная идея. Да, Данил, что вы думаете? Да, у нас особая рабочая группа в нашем комитете, которая занимается как раз этими вопросами. Я думаю, что на тему повсеместного доступа и всеобщей приемлемости мы должны действительно больше разговаривать. Я участвовала в работе одного из комитетов на тему IDN. Я тогда была беременная и старалась подчеркивать и использовать в работе испанский язык. Это было очень давно тому назад. Мой сын уже стал выпускником средней школы, а мы все время как бы об этом говорим, ничего тут не изменилось. То есть 18 лет прошло. И надо подчеркивать этот вопрос. Возможно, нет достаточного интереса, нет достаточного внимания, которое просто не уделяется этим вопросам. Я думаю, что тут целый ряд проблем, с которыми мы справляемся и с которыми мы должны справиться, чтобы изменить положение дел. И это связано с комментариями, которые прозвучали в предыдущей сессии. Может быть, не все были с нами, когда мы говорили о сети в пользу политики реального доступа в интернет. Вы говорили, насколько важно, чтобы иметь доступ к контенту, значимому контенту, существенному контенту, а именно язык – это то, что придает значение контенту. И на языке мы выражаем наши необходимости, потребности, наши чувства и так далее. Так что наши гости описывали свой опыт из Индии или из Бразилии, но в этих странах есть люди, не умеющие читать и писать, но они могут выражать себя при помощи рисунков. Когда я занималась развитием интернета, интернет опирался полностью на текст. И не было вообще фотографий, рисунков, видеороликов. Такого типа контента просто не было, он не передавался. То есть у нас были просто цифры и буквы. И, конечно, за передачу такого рода информации надо было расплачиваться. У нас были ограничены возможности, но мы старались по мере возможности передавать информацию всем, у кого мог быть доступ к интернету, будь то в Индии, будь то в Колумбии и в других странах. Мы старались подчеркивать важные вопросы. Но я хочу здесь подчеркнуть, что вот такая возможность, которая сейчас у нас есть, то есть выражать свои мысли при помощи картинок, фотографий, иллюстраций, это очень важно. К сожалению, у меня 2 часа ночи, я уже начинаю говорить по-испански, так что я уже не буду больше распространяться на эту тему. Но я очень рада, что мы можем говорить со всеми участниками этой дискуссии. Спасибо большое. Спасибо, Дорин. Спасибо, Рам. Спасибо, Даниил. Если есть вопросы из чата, я здесь обращаюсь к Раке, пожалуйста. Пусть они прозвучат здесь, в этом общем пространстве. Если кто-нибудь из зала хочет задать вопрос, конечно, поднимите руку. Можно воспользоваться также приложением чата. Спасибо, здравствуйте. Спасибо, Сильвия, за ваше присутствие. Я надеюсь, что ты скоро сможешь отдохнуть. Я знаю, что очень рано в твоей стране. Я представлюсь. Я председатель организации, которая занимается, помимо прочего, вопросами всеобщего доступа к интернету. Я хотела бы предоставить слово участникам и слушателям нашей дискуссии. В зале есть микрофон и есть 2 вопроса, которые наши слушатели хотели бы задать. Сердечно благодарю.
Я бы хотела спросить о том, каким образом мы можем пользоваться интернетом для того, чтобы пропагандировать мир во всем мире, то есть то, чего мы все жаждаем и чего нам хочется. Благодарю за этот вопрос. И еще просим задать вопрос участника, который сидит сзади зала. И есть еще и вопрос от Джакомо, который рядом со мной. Представьтесь коротко. Добрый день. Меня зовут Мэри Удума. И мой вопрос касается того, каким образом сделать, чтобы встречи, проводящиеся на саммитах IGF, были вполне многоязычными. Я только что участвовала в сессии, кто-то хотел высказаться на французском языке, стал говорить по-французски, а мы ничего не поняли. Потом кто-то говорил по-английски, и французскоязычные участники тоже не могли принимать участие в дискуссии, они не понимали это высказывание. Об этом я хотела бы спросить. Как сделать, чтобы саммиты IGF были вполне многоязычными? Как обеспечить перевод всего этого содержания, с которым мы тут сталкиваемся? Мне бы хотелось, чтобы все, кто хотят участвовать в конкретных мастер-классах, могли это делать на своем родном языке. Это необычно важно. Этого типа решения необходимы для того, чтобы каждый мог вполне использовать возможность участвовать в таких многосторонних встречах, и чтобы он отлично знал, что происходит в каждый момент ведущейся дискуссии. Спасибо. Извиняюсь, что я не сразу вас узнала, но вы в маске, поэтому это могло быть. Еще третий вопрос от Джакомо Массони, который рядом со мной на сцене. Мой вопрос я направляю к участникам дискуссии. Говорилось о том, что учреждения будут использовать идентификаторы IDN в публичном общении. И это очень хорошо, но это заодно и то решение, которое связано с некоторыми проблемами. Итак, необходимо обратиться с соответствующим заявлением о предоставлении идентификатора в рамках системы IDN. Значит, это система, которая усложняет некоторые вопросы. Спасибо, Джакомо, за вопрос. Спасибо и за то, что вы тут берете слово со сцены. Не знаю, должна ли я подвести итоги. Итак, первый вопрос. Мир и пропагандирование мира в интернете. Второй, многоязычность во время всех сессий, проводящихся на саммите IGF. И я думаю, что это может быть такой призыв к действию. Может быть, после этой сессии что-то изменится. И вопрос Джакомо об идентификаторах IDN. Спасибо за эти вопросы. Спасибо участникам в Катовице за поставленные вопросы. Шарат и Алана, кажется, выключили свои камеры. Я не знаю, захотели ли они тоже дать ответ на вопросы, но в связи с этим я предоставлю слово другим участникам дискуссии. Не знаю, есть ли еще с нами Алана и Шарат. Я надеялась, что Алана еще с нами, и она сможет нам сказать что-то о мире в амазонском регионе. Она тоже высказывалась об этом в своем выступлении, но мне кажется, ее с нами уже нет. Но я охотно отвечу. Мы занимаемся вопросами обучения людей
осознанному пользованию СМИ, в том числе, соцсетями, потому что будем помнить о том, что в соцсетях распространяется дезинформация, особенно на протяжении нескольких лет или десятилетия, мы сталкивались с проблемами, с конфликтами, основанием которых являлась дезинформация, так называемые фейк-ньюсы и так далее. Все это переносится потом в реальность. Люди не всегда проверяют источники информации, которую они потом распространяют в интернете. Даже образованные люди, которым кажется, что у них есть доступ к добросовестной информации, они часто не проверяют эту информацию, а просто слепо доверяются своим знакомым в соцсетях и не проверяют в достаточной степени эту информацию. Люди не отдают себе отчета в том, что таким образом они распространяют дезинформацию и должны каждый раз, прежде чем передать информацию далее, проверить, прибыла ли она из достоверного источника. И это ведет потом к конфликтам в реальном мире. И мы это видели и в эпоху пандемии коронавируса, и ложные мнения, которые распространялись на эту тему. И чтобы справиться с конфликтами, вернуть мир в мире, мы должны обучать людей тому, каким образом осознанно использовать информацию, как осознанно искать добросовестные источники. И таким образом мы сможем пропагандировать мир на сети, возвращать его. Мы должны работать над этими вопросами уже раньше, например, вводить соответствующие программы в образовательные системы. И за счет этого нам удалось бы избежать распространения такой дезинформации совершенно без оснований в добросовестных источниках. Я представляю страну, в которой войны ведутся в принципе со дня моего рождения. Практически весь мой жизненный опыт связан с конфликтами, и мир, по моему мнению, необычно важен, и необходимо его пропагандировать всеми доступными средствами, также в интернете. Еще предоставляю слово Раму. Спасибо. Спасибо за этот вдохновляющий вопрос. Если рассматривать мир в категориях наличия гармонии, то мы увидим, что в настоящий момент в мире нет полной гармонии. Все время еще есть расхождение между теми языками, на которых говорят жители мира, и теми языками, которые действительно употребляются в интернете. И мы должны стремиться к возвращению равновесия. Мы должны привести к тому, чтобы все могли высказываться на своем родном языке. Если такие механизмы мы обеспечим, то тогда мы предоставим возможность вести дискуссию, которая, может быть, надеемся на это, поведут нас по мирному пути. Благодарю за эти мудрые слова. А теперь я хочу перейти к вопросу, заданному Дьякомо, а именно о регистрации доменов на нескольких языках одновременно. Потом я предоставлю слово Марии и Даниэлю. Может быть, они скажут о том, как можно добиться такой системы. Даниэль, спасибо Дьякомо за этот интересный вопрос. Вы знаете, что мы сейчас работаем над очередным раундом системы регистрации доменов. Мы стараемся открыть эту систему так, чтобы можно было использовать в ней несколько языков одновременно. И здесь принимаются очень ценные решения. Надеемся, что будут созданы конкретные рекомендации по этой части. Первый раунд переговоров уже позади, но процесс еще не завершен, потому что на самом деле мы хотели бы принять во внимание все подсказки, касающиеся возможных исправлений, которые нам предлагались. То есть как организация, как все сообщество, мы должны подготовиться к этому очередному раунду переговоров на эту тему, которые начнутся в ближайшее время. Надеюсь, что в ходе следующих выпусков саммита я смогу более подробно ответить на этот вопрос. Добрый день. Это довольно сложная ситуация, потому что она относится на самом деле ко всем
регистратором под доменом. Если эти органы договорятся друг с другом и предоставят такую функцию регистрировать домены на нескольких языках одновременно, то это будет довольно востребовано. Но пока консенсус не был выработан и никакое однозначное решение тоже не было принято. Но давайте помнить о том, что обычно домены регистрируются, чтобы обслуживать какие-то местные рынки или работать в пользу местных сообществ. Следовательно, может быть, не всегда есть смысл, чтобы одновременно регистрировать данный домен на другом языке. Это не всегда нужно, но такую возможность, конечно, стоит обсудить. Спасибо, Мария. Не знаю, может, кто-нибудь еще хотел бы дать ответ на этот вопрос? Мы слышали также вопрос от Марии, вопрос о многоязычности. И я бы здесь хотела сказать, что очень сложно внедрять на практике эти теоретические рекомендации, которые мы сами для себя создаем. Это иногда требует от нас пойти на компромисс, уравновешивать целый ряд различных факторов. Касательно языков, а я к этой конкретной сессии готовилась, и я очень хотела, чтобы, например, Алана могла высказаться на своем родном языке. Я хотела поблагодарить ее именно за это, что она в конце высказалась на испанском, а не на своем португальском языке. Мы хотели это предоставить ей такую возможность, но окончательно это не удалось. Оказывается, некоторые компромиссы являются неизбежными, но мы принимаем во внимание все предложения, и, возможно, в будущем мы предоставим возможность также говорить на других языках. Но, конечно, это связано и с тем, как развиваются технологии. Может быть, технологии здесь придут нам на подмогу и удастся ввести возможность говорить и на других языках посредством современных площадок или систем. Сердечно благодарю. Поскольку у нас осталось только 5 минут, то если есть еще вопросы из зала или, может быть, кто-то из организаторов нашей сессии хотел бы взять слово, то я приглашаю сделать это сейчас. Сюзан, вы все время с нами. Если бы вы хотели сказать слово к тому, о чем мы вели дискуссию здесь, а не знаю, не хочет ли кто-нибудь в зале взять слово. Я повторю, если кто-то хочет взять слово, то приглашаем, и действительно я рада, что столько человек добежали с нами до конца этой гибридной сессии. Благодарю, это была очень интересная сессия. Я благодарна, что вместе с Соней вы взяли на себя обязанности модерировать дискуссию. Я благодарю всех участников, которые выступили. Секретариат попросил нас, чтобы мы подготовили короткие итоги, которые можно по отдельным сессиям сделать. Я их делаю в порядке своих заметок, но, к сожалению, интернет-связь с Сюзанной, наверное, и сорвалась. Извините, к сожалению, у меня проблемы со связью. Может быть, из-за этого, что я в селе нахожусь сейчас. Но сейчас, кажется, уже все работает правильно. Дриан сказала это в самом начале, что многоязычность была выявлена как один из важнейших вопросов. Уже во время Всемирного саммита информационного общества. Мы знаем, что цифровое общество не будет вполне инклюзивным, если люди не смогут общаться на своем родном языке. Алана и Шарат тоже представили свои очень важные комментарии. И, к сожалению, мы перестали слышать Сюзан. Очень жаль, но, Сюзан, мы
опять тебе потеряли. Ну, я сейчас в селе. Я хотела сказать, что очень важно то, чтобы мы правильно поняли, как важна эта связь между всеобщим одобрением, который лежит у основания многоязычного интернета, и доступностью контента в интернете на разных местных языках. Сердечно благодарю коллег из Польши, благодарю модераторов и наших замечательных докладчиков. И я вам благодарна, Сюзан. Мне кажется, что мы в временные рамки уместились. Будем еще с вами делиться нашим отчетом и дополнительной информацией. А теперь хочу сказать, что я думаю, что защита коренных языков является чрезвычайно важной, и как долго мы будем жить, так долго мы будем действовать в их защиту и для увеличения доступности языков в киберпространстве. Сердечно благодарю всех за участие в сессии, благодарю наших докладчиков и благодарю слушателей. До встречи. We survived.